Заявления в милицию о разбойных нападениях накануне поступили сразу в нескольких районах города. Пострадавшие жаловались. Неизвестный угрожал им ножом и требовал деньги. Мужчина за один день совершил разбой в салоне сотовой связи «Ломбардия Ателье». Но этого подозреваемому показалось мало. Угрожая ножом, мужчина потребовал деньги у администратора гостиницы. Женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку. Прямо на месте преступления подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчину в нетрезвом состоянии доставили в отдел милиции. В настоящее время с ним проводят следственные действия, он дает признательные показания, участвует в проведении допросов, выводов. В ходе следствия выяснилась причастность подозреваемого к 4 эпизодам разбоя. 34-летний уроженец Братска ранее судим за кражи. Вышел из мест лишения свободы в ноябре минувшего года. После реабилитации сразу пошел работать вальщиком леса. Однако, кроме аванса, работнику ничего не выплатили. По словам задержанного, именно обида на начальство вынудила его пойти на преступление. Ну еще нам по 2000 аванс удали. Все. Телефон начальство замолчало. Ну вот, на 2000 праздники справил. Ну и все, понесло меня путешествовать. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Раиса Силина, Николай Крупченко. Новости сейчас.